Друзья, всем добро пожаловать на наш канал в YouTube. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписываемся, друзья. Так что сегодня мы вместе с вами находимся, где оператор? Район Оба. Район Оба, это уже почти центр Алания, друзья. Центр Алания можно так назвать, потому что вся городская инфраструктура здесь, рядом, мэр. Больницы, государственные больницы, стоматология и частные школы, и государственные школы, все здесь близко, друзья, магазин, ресторан тоже здесь рядом. Но хочу сейчас с вами поделиться в этом доме, это Арбат 1, наш собственный проект, друзья, уже достроили, здесь люди живут довольно счастливы, большие квартиры, качество отлично, место расположения отлично, мы как компания Арбат Омс выбираем очень хорошее место расположения, друзья. Почему? Потому что всегда важно как-то недвижимость, друзья. Не важно, какая страна, какой город. Очень важно место расположения. Место расположения, еще раз, место расположения, друзья. Это очень важно. Еще качество и инфраструктура. Давайте теперь заходим, посмотрим еще внутри, какая планировка сегодня с вами будет. Поехали! 4+1, 275 квадратный метр, огромная, большая квартира, друзья, еще огромный террас, тихо, спокойно место. И так что, друзья, теперь мы с вами заходим потихоньку, заходим внутри, начнем вместе с залом кухни. И есть еще интернет, кондиционер, как вы видите, она так продаются с мебелью, с бытовой техникой, практически новые. Здесь очень-очень мало жили, друзья. Вот это все выходит в стоимость. Посудомоечная машина и качество отличная система. Умный дом. Еще хочу отметить, подвале есть для вас кладовка. Кладовка, да. Помоги нам-то. Так что кладовка тоже есть. Есть еще отдельный собственный гараж, друзья. Богатая инфраструктура. Есть бильярд, есть теннисный стол, есть бассейн, есть место барбекю тоже. Здесь мы теперь попали куда? Внутри квартиры. И здесь система «Умный дом», это перехожая. И напротив сразу санузел и туалет. Здесь шкаф есть, длинный большой шкаф. Напротив тоже есть спальная комната. Там детская комната, да? Очень много комнат, куда зайти, даже не знаю. Так что здесь тоже есть выход, балкон. И здесь есть еще санузел. Для каждого санузел есть теплый пол, друзья, ламинат. Красивый, хорошо. Шкаф. Везде шкаф. Красивый. Красота. Действительно, вот это телевизор тоже выходит стоимости. Еще на первом этаже оператор покажешь, да? Я не хочу туда пускаться. Внизу очень красивый. Так что покажешь? Да, обещаешь? Итак, друзья, сегодня мы вместе с вами посмотрели, что 4+1. Район Оба, город Алания, с видом на гору, с видом на кусочек моря и красивый. О, вид очень красивый, в самом деле, друзья, ваш вид никогда не закроется, с видом на гору. Очень хорошее место расположено, вот это гараж, видите? Вот это гараж, вот это сад, вот это все выходит в стоимость, друзья. Для гаража отдельно не нужно платить. Здесь все выходит в стоимость. 4+1 для большой семьи, для вашего будущего тоже очень хорошо. Почему? Потому что можно даже задавать, как-то вы здесь не живете, можно задавать. Очень хорошо для сдачи аренды места расположения, друзья. Так что для более подробной информации под видео есть наши контакты, пишите, звоните, либо можете к нам просто через Viber, WhatsApp, Telegram обращаться, мы вам онлайн тоже можем снимать, показывать, рассказывать, друзья. Так что всем удачи, берегите себя, любите себя. Всем из Турции, из Алании большой привет. Пока.